службу долгую отслужил солдат, службу ратную 20 лет служил, и еще 5 лет генералом шеф ему отпуск дал. И пошел солдат в родимый край, и вошел солдат в избу русскую, на крыльце сидит молода жена 20 годов, словно не была. Хорошо жила, не состарилась, а жена ему говорит в ответ, говорит в ответ, сама плачет. Let's go.